Село Старая Ольшанка основано еще 3,5 столетия назад мелкими служилыми людьми из Землянска. 100 лет назад здесь проживало более 3000 человек. Сейчас чуть более 300. Многие уехали отсюда. Кто в соседнее село Старая Ведуга, кто в Семилуки, кто-то в областной центр. Одна из причин – это, конечно же, местные дороги, точнее, их отсутствие. На улице Заречной твердого покрытия не было никогда. В прошлом году местные власти решили все-таки отсыпать улицу шлаком. И отсыпали, но далеко не всю. Самая важная часть дороги – проезд по дамбе через местный пруд, как был бездорожьем, так и остался. Они отталкивают, что это плотина рыбхозная. Рыбхоз отталкивает этого... Ну, административная эта дорога. И чья эта дорога, даже и кусок 300 метров, вот все доезжают до этого места, и пешком идут туда. И скорая подъехала, вот человек из-за этого умер, он не могла просто скорая приехать. Осталось 8 дворов, 8 человек, им, грубо говоря. И как туда проехать, если нету дороги? Весной упавшее дерево оборвало провода у дома Галины Арсентьевой. Однако аварийная бригада сразу добраться до дома так и не смогла из-за распутицы. Мы обращались уже неоднократно к администрации в Семилуке, в нашу администрацию. Нам говорят, что мы сделаем, денег нет, а дорога это не наша. А где наша дорога? Дорога должен делать рыбхоз или колхоз. Нас это не волнует, жителей. Дождь, непогода, дорога размыта, ко мне скоро не приедет. Я на улице, самая молодая, все пенсионеры. Ситуацию усугубляет то, что большинство местных блокадников – пенсионеры, которым даже до магазина трудно дойти. Да и родственникам добраться до них – целая проблема. В результате деньги, пущенные на отсыпку, были просто выброшены на ветер. Жители не получили транспортного сообщения, не могут добраться до магазина, не могут вызвать нормально скорую помощь. А вот в такую непогоду, как сегодня, жители просто отрезаны от цивилизации. Мы обратились в администрацию района с просьбой помочь решить этот вопрос отсыпки. На самом деле это не столь финансово затратно, это организационное решение. Но, к сожалению, на сегодняшний момент ответа мы так и не получили. Поэтому будем продолжать биться за жителей этого села. Общественники обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту бесполезного ремонта дороги в селе Старая Ольшанка. А пока местные жители с нетерпением ждут зиму, когда слякоть замерзнет сама и проехать станет легче. Только вот чистить местные улицы от снега жителям, видимо, придется самостоятельно, без помощи местных властей. На помощь они уже не надеются. Игорь Захарченко, Сергей Трифонов, 41 канал.